Со следующей недели на телеканале «Хабар» стартует показ комедийного телесериала «Шашу». Картина одновременно смешит до слез и заставляет задуматься об истинных человеческих ценностях. Один из главных героев сериала Арман после 10 лет жизни в Америке вместе с семьей переезжает на историческую родину, где его ждут родственники и национальные традиции. Герой сериала Арман с семьей уже 10 лет живет в Америке. На родине у него мать и замужние сестры. Каждая из них уговаривает маму переехать жить к ней. Но женщина не хочет оставлять отчий дом, шаңырак, и просит сына вернуться домой. Так герой сериала оказывается в родном ауле. Создатели постарались сравнить современные ценности городского образа жизни и жителей села. Где-то попытались сравнить стереотипы Америки и Казахстана, но главная идея сериала в том, чтобы всегда преобладали традиционные семейные ценности. Поначалу главному герою трудно привыкнуть к простой сельской жизни, но в какой-то момент он понимает, что едва не утратил самые главные ценности жизни. В итоге Арман оказывается перед выбором – остаться на родине или вернуться. Был сериал, да? В сериале я играю зятя Науат Апай, настроя свояков. У казахов свояки всегда шутят между собой. Уверен, зрители по достоинству оценят и юмор, и актуальную проблему, которая заставляет всерьез задуматься о сохранении национальных традиций и духовном возрождении. На предпоказ сериала в Алматы приехали гости из ближнего и дальнего зарубежья. Я даже не ожидала, что сейчас такие сериалы снимаются. Будем ждать 26 ноября, будем смотреть сериал. Я приеду, расскажу России, что казахская индустрия встала на высокий уровень. Над созданием сериала трудилась творческая группа во главе с режиссером Ернатом Баюзак. Сценарий написал Жамит Кучербаев. Главные роли исполнили Али Марат, Макпал Касенова, Архат Кайратулы и Алихан Эдрисова. Стартует сериал 26 ноября и будет транслироваться по будням на телеканале «Хабар». Аскар Сергалиев, Эдуард Кон. Итоги дня. Алматы.